то, что сегодня Женя Конюхов стоял у нас на воротах, помогало ли это в защите и как вообще отнеслись к этой новости, что он сыграет сегодня? Ну, очень положительно, потому что игрок основного состава, я считаю, один из лучших вратарей. Конечно, это вселило в нашу оборону, прежде всего, надежность и уверенность. Это, конечно, большой плюс, и ребята на этом учатся, и я считаю, это только положительно сказалось на нашей игре. Насколько сильно вот коррективу пришлось вам вносить по ходу игры в связи с удалением Эмраха Набатова в первом тайме? Ну, очень сильные коррективы пришлось вносить, потому что готовились именно на высокий прессинг, на отбор мяча у соперника на их половине, но в связи с удалением пришлось отдать территорию и уже играть на быстром выходе из оборонного атаку. С игроком будет какая-то проведена беседа? Обязательно будет и беседа, и будет наказан. Конечно, недопустимо, как бы там арбитры не судили, ты должен держать свой, если можно так выразиться, рот на замке и делать свое дело, то есть играть в футбол. Ну, вообще согласны с тем, что сегодня, в принципе, крылья должны были одерживать победу, набирать рячки? Конечно, должны были обыгрывать, причем не с минимальным счетом, а с крупным счетом должны выиграть. Но стечение обстоятельств привело к тому, что мы сейчас играли в ничью 0-0. Спасибо большое, удачи в дальнейших матчах.